День пожилого человека отметил Магадан. В эту дату Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города и волонтеры Магадана провели информационную акцию. Пожилым людям на улицах областного центра раздавали брошюры, где прописаны обновленные номера экстренных служб и руководство, как обеспечить себя и своих близких от мошенников. Также мы хотим провести еще онлайн-акцию, что каждый наш житель может поздравить бабушку, дедушку, либо обычного прохожего пенсионера, либо пожилого человека с этой акцией и выложить в Инстаграм, чтобы все видели, все знали. То есть популяризация как раз именно этого дня, чтобы никто не забывал пожилых людей, чтобы все вспоминали. Кроме того, 1 октября отмечается День музыканта. На площадке перед муниципальным центром культуры прошла акция «Осень души отрада», где играл духовой оркестр, а по проспекту Ленина прохожим людям старшего поколения дарили осенние букеты цветов. Так презентовался «Арт-союз», который образован 15 мая 2020 года. Главные его цели – это деятельность в области исполнительских искусств по заказу кинофильмов и видеороликов, работа концертных и театральных залов, учреждений клубного типа, библиотек, музеев, архивов, тематических парков культуры и отдыха. В рамках акции 3 октября в кинотеатре «Горняк» бесплатно покажут фильм «Покровские ворота».